Из-за роста числа нелегальных мигрантов Польша привлечет еще около 2500 военнослужащих для охраны своей границы с Белоруссией, увеличив таким образом их численность до 10 тысяч. Аналогичные меры предпринимает и Германия, усиляя свою границу с Польшей, так как число нелегальных мигрантов, проникающих в ФРГ из этой страны, также значительно возросло. С начала октября зарегистрировано около 4300 случаев такого пересечения границ вооруженными камнями и ветками мигрантами. Польские власти сообщили о ранении двух своих пограничников, которые пытались остановить нарушителей. Два солдата войска польского госпитализированы. Один из них был ранен иностранцами камнем, другой веткой. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы. Также некоторые пограничники получили легкие ранения, но госпитализировать их не пришлось. Мигранты вели себя очень агрессивно. Хочу подчеркнуть, что границу они не пересекли. Все попытки были пресечены. Поток пытающихся пробраться на территорию Польши из Беларуси возрос с начала августа. Евросоюз обвиняет белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует кризис, организуя переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Брюссель ввел против его режима.